Ребята, всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Кто не подписан, обязательно подпишитесь. Выбрались мы на очередную рыбалочку на спиннинг. Попробуем половить щучку. Сейчас. Так. В этом сезоне еще не рыбачил на щуку. Интересно, что поймаем. Находимся на реке Исей. Мужик ловит на сеть, на подъемник. Немножко здесь покидаем. Может быть, вдоль реки пройдемся. Давайте попробуем. Постоянно цепляется. Будем постоянно менять места. Идем дальше. Постоянно цепляется всякая трава. В прошлом сезоне я уже ловил здесь щучку. Надеюсь, в этот раз поймаем что-нибудь. Погода вообще шикарная. Каждый заброс чистим водоем. Рыба плещется. Так, идем дальше. Ну что, ребята, прошли мы
вот по этой протоке, то есть сначала прошли и дошли до сюда. Рыбаки кидают спиннинг, но тоже безуспешно. Мы покидали здесь, вот все прошли, а начинали мы вон там с моста и решили поменять место дислокации. Пойдемте на другую речку, попробуем там. И минус, одна рыбка у нас, поводок все зацепил, все оборвал. Ребята, поменяли мы речку, приехали, река называется Черная. Закинули уже две удочки поплавочных. Там дальше сидит рыбак вдоль реки. Говорит, трех поймал, но непонятно кого. Удочки оставлю здесь, а сам пойду вдоль берега кидать спиннинг. Если что-то поймаю, то покажу. А так посидим вот на поплавок. Ребята, вот такой карандашик, смотрите. Красота. Прям под мостом взял. Вот такой мы отыскали. Нереально холодно. Ну прощай. Придется рвать. Ладно, есть еще блесенки. Сейчас покажу новенькие. Вот такой вот, ребята, наборчик. И один поводок. Конечно, было бы хорошо, если 6 блесен и 6 поводков, потому что рвется вместе с поводком. Но вот такой наборчик стоит где-то 200 рублей, то есть как бы неплохо. Сейчас какую-нибудь красивую вот эту, наверное, поставлю, которая блестит получше. Походил я, ребята, вдоль реки, туда далеко уходил и поймал 3 штучек. Сейчас покажу вам их. Одного маленького показал, я его отпустил, и вот наши 3 штучки. Такие неплохие щучки. Сейчас их почистим и пожарим на самодельной приспособе треноги. Сейчас покажу вам. Ребята, отошли мы немножко в лес. Вот такая вот тренога самодельная. То есть вот так вот она раскрывается. От речки отошли недалеко, чтобы рыбакам не мешать. Чуть-чуть в лес отошли. И сейчас почистим
не пожарим наших трех щучек. Так. Что хорошо, все регулируется. То есть вот такая тренога. По идее, вот так вот цепь. И можно повешать. Круто. Но мы будем готовить по-другому. Это мы в следующий раз как-нибудь так приготовим. А мы будем делать вот эти крючки. Они сделаны не зря. Сейчас покажу, для чего они. Сделана вот такая вот обечайка и приварена сетка. Вот такое приспособление. И ставится на крючки. А также можно отрегулировать по высоте. То есть все вот так вот хорошо. Сюда ставится сковородочка, и можно пожарить. Сейчас почистим щуку. Вот специально нашел такое спиленное дерево, чтобы удобнее было почистить. И приготовим. В целях безопасности я все сухое сгреб. С собой у меня вот такие грабельки. И грабельками убрал. Все, костерчик пока разжигается. Почистим щуку. Щучка, конечно, не такая большая, но какая есть. Комарики задалбливают. Так, одна готова. Вот это хорошенькая, побольше. Вот, ребята, рыбу мы почистили. С собой у меня есть мука, соль, масло. Сейчас щуку обваляю в муке. Солью посолю и поставим жариться. Сначала посолим нашу щучку. Хорошенечко. Ну и прям муку сюда высыплю и обваляю. И вот так вот у нас получается. Дым в глазах.
Все, закидываем щучку. Отлично, ребята. Вот такая вот у нас красота получилась. Решил, что пожарим две только, потому что начинается дождик, третью не успеем. И пока жарил, увидел, что здесь прям грибочек растет, красноголовец. Прям вот он рядышком, красавчик. Все, снимаем. И вот здесь вот перекусим. Целый день были на рыбалке, проголодался. Ой, ништяк. Костей, конечно. Ништяк, ребята. Свежая щука. Сам поймал, сам приготовил. Обязательно лайк. Пишите комментарии. Кто не подписан, подпишитесь. Обязательно поделитесь этим видео. Ну а я буду кушать, тушить огонь, собираться домой. Так что всем пока. Спасибо за просмотр. И до следующих видео. Вот так после сямы все убираем. То, что осталось от рыбки, птичкам. Ну и мусор за собой.